в один день дьявол вторгся в Эдем. И Ева, совершив роковую ошибку, приняла его за наставника и протянула руку, чтобы взять то, что Бог строго-настрого запретил. Так произошло грехопадение человека. Потом она дала мужу своему, и он ел то, что Бог запретил. Таким образом, они в своей эгоистичной и обманчивой надежде на то, что предложенное дьяволом будет дополнительным благословением ко всему, чем они уже наслаждались, они потеряли все. Честь, счастье, богатство, невинность и, конечно, бессмертие. Через это грехопадение в мир вошли грех и смерть. А человечество стало испорченной расой. Апостол Павел писал: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Адам и Ева были позором и изгнаны из рая, лишены права питаться от древа жизни и осуждены на жизнь скорбей. Им оставалось лишь надеяться на милость Бога, совет которого они так легкомысленно отвергли. Да благословит вас Господь! Во Христе Иисусе есть милость, есть прощение для каждого, кто покается и кто примирится с Богом. Наше собрание проходит каждое воскресенье в 10 часов утра по адресу: город Омск, улица Вострецова, дом 6. Да благословит вас Господь!